Друзья, всем привет! Это отнесем к видеодневникам Гелендваз. Готовимся по-прежнему к тройфу 9 апреля. Вот и сегодня мы с вами переделаем немножко лебедку LR1.6. Вот такая лебедка. Вот, такелажная ручная лебедка с металлическим тросом. Значит, что сразу хочется по ней сказать. Много где отзывов написано, комментариев. Сейчас я, в общем, в данный момент я снял трос. Снял я его от барабана, три болта открутил. И сейчас сниму центральный вал и сниму одну из подвижных частей. Сразу хочется отметить, что в этой версии, это сегодня у нас март 16 год, уже стоят хорошие такие, как на ключах, вот эти кольца, они не гнутся. То есть раньше на это были жалобы. Сейчас я сделаю ремболт. Вот ремболт я уже надел на трос. Вот. И сейчас я под него сделал такой каркасик, как направляющий для троса. В идеале есть на драйв. Там дядя показывал, вообще это идеальная переделка лебедки. Но сколько он туда вложил, можно было купить уже электрическую. Потому что кевларовый трос стоит 30 метров, 1012. Это, конечно, он бесплатно достался туда. Лебедка LR1.6, трос у нас 9 метров. Также еще нужно будет переделать вот этот болт для свободного регулирования, без ключа, без всего. Ну и сейчас на каркасик наварим, сейчас я вам все покажу, будет гораздо круче, чем было, должно быть интересней. Оставайтесь с нами. Вот такой, ребят, у нас получился подрамничек. Вот видите, мы обварили. Не сильно тяжело, надеюсь, выдержит. Видите, вот так вот снизу мы приварим. Сюда будем пропускать трос, здесь, соответственно, барабан, и он будет идти по направляющей. Сейчас мы ее соберем, лебедочку, и заправим трос, и посмотрим, как будет. А, да, еще чуть не забыл. Еще, наверное, я вот сюда пластиночку приварю, с вашего позволения. Потому что трос вот в эти вот каналы забивается, и это не есть хорошо. Ну что, друзья, вот мы смотали лебедку, вот так вот получилось, посмотрите. Вот видите, как направляющий у нас теперь есть. Трос не будет швырять влево-вправо. Надеюсь, в нагрузке в серьезной этой конструкции выдержит. Вот, теперь сейчас мы сюда приварим рычаг небольшой. И на этом модернизация завершена. В идеале ставят кевларовый трос. Если есть похоляю, просто наматывайте когда кевларовый трос. И все, огонь. Чем больше, тем лучше. Вот 10 метров троса металлического. Сюда, в принципе, еще влезет метров 15-20 кевларового 100%. Вот такая лебедочка. 1,6 тонны ее усилия. Не пробовал я ничего пока ей делать. Это тяговая на подъем. Делим пополам, как заявлено производителем. Ну, такая лебедочка, ребят, вот модернизировали. Вот пришла она уже со шлангом на ручке. Это прям я покупал такой с магазина. Ну, то есть сделана она так по-пацански, что ли, скажем. Ничего в ней сложного нет. Но, тем не менее, стоит она 6500 рублей, по-моему. 6600 я купил. Такая лебедочка, короче, ребят. Посмотрим, как она себя проявит в работе. Thank you.